Добрый вечер, друзья, всех причастных с прошедшим Днем Учителя. Я сам из сферы высшего образования, поэтому, друзья, сегодня будет лекция. Ну, я шучу, расслабьтесь. На самом деле я написал смешную речь, показал ее тренеру. Он сказал, ну, как-то не очень. Накануне конкурса я ее сжег. За ночь написал новую речь. Получилось 3 истории. Так я надеялся увеличить свои шансы на победу. Вот. Есть минус. Они, в общем, все как-то не клеются. И я не знаю, чем закончить. Надеюсь, что вы мне поможете, да, в конце. Да? Хорошо? Вот. Но чтобы все склеилось, нужен клей. Принесите, пожалуйста, клей. Есть какой-нибудь клей? Клей есть? Вот скупердяй, да? Вот приходится, значит, своим воспользоваться придется. Уважаемые ведущие, уважаемые тостмастера, моя первая история про то, что я студент, и я сдаю экзамен по зрачку преподавателя. Поднимите руки, у кого в институтские годы были преподаватели, которых вы любили и боялись. Поднимите руки. Вот у меня был такой преподаватель, мы его называли «Ржавый гвоздь». Он у нас читал лекции по зарубежной литературе. Вы знаете, он был высокий, рыжий, огненно-рыжий. Вот так вот ходил быстро и наводил на всех шорох. Но почему-то ко мне он, вот я не знаю, вот как-то хорошо он ко мне относился. И я старался ему платить тем же. Я читал вот как сумасшедший все эти книги. И я однажды к экзамену прочитал все, что требовалось, кроме одной книги «Сестра Кэрри». Вот я прибежал за 5 минут до начала и попросил однокурсников, кто-нибудь, перескажите, про что. А мне пересказали, но чуть-чуть не успел, и меня направили. Я взял билет. Сестра Кэрри. Сученков, а что вы готовитесь? Вы же все знаете. Идите. А можно я хотя бы вопрос поменяю? Конечно. Я ответил на первый вопрос. Все было отлично. Второй чуть хуже. Третий была сестра Кэрри. Я понял, что только чудо может спасти меня от фиаско. И тут вдруг я обнаружил, что если смотреть на зрачок преподавателя, то если все ок, он смотрит, и все с ним нормально. Если что-то не так, он начинает расширяться от ужаса и удивления, и можно откатить назад. Так продолжалось несколько минут. А наконец преподаватель не выдержал, сказал, вы что-то плаваете. Давайте я задам вам вопрос, который все решит. Скажите, жалела ли сестра Кэрри о своем прошлом? Я не знал ответа. В коридоре мне про это тоже ничего не сказали. И я понял, что есть только одна возможность. Я поставил себя на место сестры Кэрри. Конечно, жалела. Жалела, да. Мне поставили отлично, и мне до сих пор стыдно за эту пятерку. Я молодой преподаватель, и мне хочет начистить рыло музыкант Андрей Макаревич. После аспирантуры я был фанатом интернет-журналистики, знаете, вот, чтобы было понятно, 2000 год, мы писали в командной строке название сайта, уходили покурить, возвращались, браузер еще продолжал грузить страницу. Но я верил в прогресс, я говорил заочникам, рассказывал про космические корабли, про то, что новые технологии изменят журналистику, говорил про то, что уже не надо у себя в регионах бегать по ДК, в гримерках, вытаскивать интервью с какими-то артистами, что типа, ребята, просто найдите в России или за границу онлайн, возьмите интервью. И 8-й вопрос был найти в сети домашний телефон звезды или взять у нее дистанционное интервью. Заочники уехали. Через 2 месяца в сети я вижу, нарождается скандал. Музыкант Андрей Макаревич хочет начистить рыло моему однофамильцу Сученкову. Я читаю. Выясняется, что мой студент сделал только часть самостоятельной работы. Потом зашел на форум музыкантов и написал: «Спасите, помогите! Выгоняют из университета, если не найду домашний телефон Андрея Макаревича!» Музыканты были в шоке. Они пересказали это Макаревичу. Он пришел в бешенство о том, что вторгаются в частную жизнь звезд. И пообещал при встрече дать мне в репу.
Прошло зимняя сессия, передо мной сидит этот заочник. Он немножко уже в другом состоянии. Говорит: Владимир Владимирович, я взял интервью у Андрея Макаревича. Как классно. А что же вы у него спросили? Я у него спросил, как он считает, как он помнит, каким был концерт, остались ли у него впечатления от концерта в 1970 году в городе Энске. И что же он вам ответил? Прекрасные впечатления. Вот и все интервью. И при этом удивленно студент спросил, а он еще передавал вам привет. Мне кажется, он так и не понял, что наше заочное знакомство с Макаревичем было обязано его контрольной. Третий эпизод, совсем свежий. У нас договоренность со студентами, это история про форс-мажор. У нас договоренность со студентами, что накануне семинара в 23:59 они должны прислать контрольную работу. Ну, естественно, 23 часа, самый разгар, они мне пишут сообщение. Владимир Владимирович, форс-мажор, Вася уснул. Какой Вася? Из нашей команды. Ну, а что без Васи нельзя? Без Васи можно, без Google Doc'а нельзя, а там все презентации. Вот так, издержки дистанционного обучения. Друзья, надо итожить. Скажите мне, пожалуйста, поставьте себя на мое место. Что общего в этих историях? Вот коротко. Что общего? Что? Автор. Автор, да. Еще есть какие-то варианты? А? Наличие учителя. Да, наверное. Но еще мне кажется, что все эти истории, конечно, про высшее образование. Не то высшее образование, которое выше жизни. Не то, которое выше людей, а про то высшее образование, которое является клеем, когда ты можешь поставить себя на место другого. Друзья, все мы не идеальны. Это я вам как сестра Кэрри говорю. Поэтому шутите над собой, чтобы лучше понимать других людей. И да пребудет с вами сила взаимопонимания.